стадо, мне кажется. Короче, рассматриваем плитку. На дворце Михаила Николаевича, по-моему, Михаила Николаевича. Что за дворец, мы не знаем, мы просто пошли пешком. Вот. Ну, и здесь было написано, что достопримечательность. Мы свернули. Рассматриваем, не знаю, здесь в советское время что-то было, не было, ну что-то заколочено. Как-то использовали, может быть. Короче, копаемся. Вот, и не знаю, то ли это советская плитка, то ли это плитка. Ну, на ней нет никаких этих. Вот какой-то квадратик. Вот, знаешь, чего-то не сделано. Тоже, думаешь, старинная? Я по составу здесь какие-то такое какое-то. Я не знаю, мы же с Новосибирска. У нас-то какая там плитка? В подъездах только какая-то была. Но мне кажется, она не совсем современная. Ну, мне кажется, вот из этих уголков, что она не совсем современная. Ну, я как бы, если бы я разбиралась, конечно. Вот. Ну и что вот так вот, такое, я не знаю, ну, ложили в советский период, нет? Короче, два исследователя истории, два дебила, которые ничего не знают. Но само здание кирпичное, красный кирпич. Ну нет, что-то делалось, вот это свежий кирпич вообще. Смотри. Вот это старое. Вот это старое. Кладка старая. Кирпич этот. Ну-ка, размером он каким. Как бы их сравнить? Ну, смотри, здесь маленький, здесь большой, здесь как будто из... А почему это, знаешь как? Здесь тоже, смотри, вот он маленький-большой лежит. А здесь вот это уже больше на современный похож. Ой, ни черта не понимаю, короче, просто интересно. Да не знаю здесь. Здесь просто две штучки. Но это на современный похож по цвету, по крайней мере. А вот это, кажется, уже что-то старое. Он же как ложится? Вот так, а потом другой вот так. Ну, вот так. Ну и такого я не видела, чтобы ложили. Ну, опять же, с Новосибирска у нас там, знаешь, старинное, конечно, есть. Но это там так мало, что там... Вон какая-то железячка торчит, что-то вешали. Вот здесь, на крючок. А, какие там эти... сейчас покажу. Ну, это одинаковые они. И здесь какие-то, не знаю, вон, видимо, были фонтаны. Такие спуски. Их много, а потом вот тут колонны. Сейчас спущусь. Часть колонны лежит просто. Так, вот она, часть колонны. Вот они стоят, колонны. И вон полукруг, ну это полностью круг. Это фонтан. Ну прикольно, жалко, что, конечно, не отреставрировали. А там вот наверху... Что-то такое там, на крыше развалины какие-то. Днем бы прийти, но мы выходим из дома уже, когда смеркалось. Поэтому... Можно залезть, может, где-нибудь внутрь, а? Прикинь, нет. Полазить внутри. Вон еще что-то. А, ну это труба, это, наверное, советские вбили уже. Хотя фиг знает, а вдруг труба старинная. Короче, хочется найти что-нибудь старинное. Вот это вот что? Ступенька, что это такое? Вот здесь нет, да, под окном, а там есть зачем-то. Короче, это... Не знаю, главный вход, не главный вход. И вот здесь такие же ступеньки, но здесь они больше, чем в остальных местах. И несколько вот этих фонтанчиков. Так, почему нам не видно ни черта? Так. Ну-ка. Еще и снег сегодня выпал. Не было снега. Сегодня выпал. Так, тут что у нас? Не знаю, что-то ребрышками, я даже не могу понять, что за плитка. Это похоже гранит или мрамор. На мрамор похоже. Сверху. Тут видите, какой-то раствор похоже. Такой. Ну, короче, он даже может быть работал, как трубка торчит, может, не так давно. А потом там дальше еще один.
Но очень жалко. Значит, будут ли у страны деньги восстанавливать или нет. Жалко, разрушается. Вот он. Ну, это уже, наверное, я не знаю, что это такое. Это же, наверное, точно советский. Он еще один сбит. Может быть, какое-то техническое, может быть. Так. Здесь ребрышки. Самые удачные съемки ночи, когда выпал снег. Все случилось неожиданно. Наверное, как бы заколачивают, чтобы внутрь не ходили. Такие, как я. Деревяшка торчит. Разваливается. Здесь уже тоже деревяшка. Вот интересно. Кто знает что-нибудь? Ну, я потом, конечно, прочитаю. Мы ничего не читали, мы пошли просто. Просто пошли. Там могут мышки жить. Вон окна. А. Ну. Плитку? Да. Ну, а что, все равно пропадет. Оль, если никто ничего не делает. Вот это вот из какого камня, не знаю. Вот окошечки. Не под землей, нифига. Не знаю, кто-то заделывал, не заделывал здесь что. Но здесь, кстати, это не кирпич, а с той стороны кирпич. А с той стороны кирпич и штукатурка. Но. Это прям старинная кладка. А здесь камень. Да. Подожди, а эта сторона ниже, мы пошли ниже уже. То есть вон там кирпич, наверное, начинается. А здесь уже вот ну, какой-то, не знаю, старинная, не старинная, но прям камень видно вон. Стыки. Такие большие, побольше блоки. Вот. А вон там гора. Вот не видно, да? Вон там прям, ну, гора. Написано смотровая площадка в Яндексе, но не знаю, смотровая ли это площадка, может там что-то под ней. Строение какое-то. Спрятано, просто его не восстанавливали. Ну-ка, может, под короба. Такое ощущение, что и ходили, короче, еще в том году, в прошлом или в позапрошлом, а там вазоны. Белые. Наверное, вот здесь лицо было. Здесь, наверное, как, ну, главный вход. А вот решетка. Там на какой-то штырьке держится. Ну, не знаю, ну, это, я тоже какого времени. А я думаю, это старого времени. Ну, хочется думать, что старого. Ну, вот. Здесь сварки нету. Ну, вот, приварено, либо так варили сразу это все. Хотя вот здесь вот какая-то, ну, видишь, штука, фиг его знает. Короче, мы корчим из себя исследователей. Вот вазончик уже сперли. Ну, такие исследователи, которые ничего не знают, ничего не понимают. Там, как вот здесь, как большое крыльцо. Вот какая решетка лежит. Вот. Вот сварено, либо сразу так сварено. Здесь такая же решеточка. И тут, там, может быть, что-то было раньше. Может быть, здесь статуи стояли. И впереди вон там раз круглая штучка. Ну, так можно различить, кстати. И два тоже фонтанчики какие-то. Вот. Так. Еще плиточка. Ладно, посмотрим потом историю. Просто снимаю. Там пустотелое. Вот это. Здесь оно посвежее. Покрашено. Все покрашено. Все красили в советское время. Ну, чтобы металл оставлять. Может, ржавел? Не знаю. Такие бортики. Называются. А здесь скульптуры.
Смотри, здесь арки там не было же, да? Или были, мы шли, что-то не видели, не смотрели. А, ну так не было, конечно. Ой! Здесь, короче, главный вход. Похоже. Ну это на что-то античное смахивает. Ну-ка, посвети. Короче, ты же правильное название дворца не помню. Понимаешь, в чем дело? Мы просто шли и пришли. Будем смотреть дома. Если кто-то досмотрел до этого места, вдруг мое далеко не самое интересное видео. Оно могло быть намного интереснее, если бы я, например, подготовилась и шла здесь днем. Но... Вот. Здесь такой овальчик. Та же самая решетка. Наверное, красили, потому что ржавело, ржавая. Что может быть, прибавим? Что не текло. Короче, так. Ну, тоже какой-то портик. Там наверху балкон. Вот здесь. Ну, дальше крыша треугольничком. Вазончик наверху стоит. Наверху тоже, наверное, много всего было, Оль. Вот там вазончик стоит, а короче, и вот здесь такие окна арочками. Так, ну а здесь ограда еще идет. Идет, и вот тут она поворачивает. Сейчас покажу, где выходит. Отсюда ничего не видно, к сожалению. Вот здесь. Вот она. Ступеньки. И здесь лестница туда вниз, спрятанные вазончики. А вот сверху там даже у них отверстие, туда можно правда что-то ложить. Ну все ступеньки. Так, еще раз вазончик хочу посмотреть, что там внутри. Вам не видно, но мне видно, там небольшое углубление, ну как тарелочка, уголочек с вазой торчит. Наверное, наверху какие-то кованые решетки вот здесь. Так. Оль! Что, идешь дальше? Как похолодало, что это пар изо рта идет. Ну-ка, пойду-ка я вот так. А так и даже интереснее, когда ничего не знаешь, а потом прочитать. Хотя, с другой стороны, если бы заранее прочитали, да? А, ну это облицовка. Вот этот камень, это облицовка какая-то. Сверху. А там внутри просто какой-то камень. Смотри. Сверху гранит. Смотри, это какая-то облицовка, это его все-таки... Похоже, ну, пытались отремонтировать. А здесь уже снизу вот камень. Ну, какой-то серого такого цвета. Вот он. То есть вот это раствор какой-то вот сверху. А под ним вот это камень. Вот. Ну, по крайней мере, на то похоже. Хотя фиг его знает, может быть, тоже раствор. Вот тоже наплыв какой-то серый. Короче, ничего не понятно. Понятно, что ни хрена не понятно. Надеюсь, собака не кусается. Мы что-то даже... Сейчас хозяева нас испугаются, потому что мы в шапках, в веселых шапках ходим. Ну что ты гавкаешь? Ну хватит уже. Ну, хватит. Слышишь, понимает меня. Вот. Ай, блин, нифига не видно, как блестело, чтобы было видно. Похоже, никак. Короче, тут вот оно. Поближе сейчас подойду. Так. О, смотри. Фундамент. Короче, здесь окно. Здесь. Ну, это, я так понимаю, все-таки что-то советское или современное. Короче, вот оно окошко. Вот это с таким треугольным портиком, а выше... Вот оно, блин, не видно как... Ну, в общем, над ним выходит, как мини, ну, не балкончик, но что-то такое. Вот. И там это круглое окошко. А снизу квадратный. Так. Пошла я вниз.
Я так посматриваю, бывает, альтернативную историю, но и не знаю, кому верить. Никому не верю, короче. Хочу сама посмотреть, просто интересно. Вдруг они правы. И вот он, короче, вот это уже какой-то, типа, камень. Ну, вот это видно, что это камень в фундаменте. Старый, ну очень на то похоже. Не знаю, что это плетняк, не плетняк, что это не гранит. И какой-то не белый камень. Он тоже, он же. Ну-ка. Ой. Доски камни. Здесь такая вот уже перемешку с кирпичом. Что-то непонятно вообще. Так. Вот он позеленевший. Смотрите, из него прям. Ну вот, кстати, кто лазит такие вот альтернативщики, вот, пожалуйста, не надо ждать раскопы там, все есть. Ну это уже на гранит похоже. Вон, снизу она неровная, а сверху она ровная. Вон у нее нижняя часть. Так, теперь мне надо вылезти. А здесь еще копали, что? Здесь уже, ну, глина какая-то лежит. Вот. Ну, это просто глина. Там не знаю, что под ногами. Так, влазим. Это дерево. Просто дерево, палка. Так. Влажу. Вылезла. Так. Подвальчик. Подвальчик. Тоже. Ну, это явно советское что-то. Дверь открыта, прикиньте. Реально дверь открыта. Тут там уже лежит, ну, дверь на замке. Бля, я ссу, короче. Можно так приоткрыть? Ого! Офигеть! Оля! Иди сюда! Оля! Оля! Иди сюда! Прикинь! Да ты иди сюда, ты глянь только. Кто-то есть. А есть кто-то? Ну, был бы кто-то, наверное, закрылись. Нет, ты не поняла. Да. Ну и пусть там есть. Ну и что они сделают? Нам, ну, выгонят. Я туда не пойду. Иди сюда, посмотри. Смотри, как прикольно. В дверь посмотри просто, смотри. Надо. Я не знаю, не видно, что там такое. Ну здесь вот так вот идет. Кто не видно, здесь арочка. Так. Блин, тут, ну, реально можно полазить. Какой-то. Ну это деревянное или что-то. Да, это деревянное. Какой-то, смотри, это, наверное, гранитное. А, нет, это железная фигня. Розетка. Ну, переделали. Так, куда, не знаю, пройти. В первую очередь. О, деревяшки. О, тут делают ремонт, прикинь. Здесь уже стены. Их это. Ну, вот уже лестница. Я не знаю, что она. Не знаю, как собираются современные лестницы. Старинная она или современная. Вообще не в курсе. Здесь был ремонт, но его не доделали. Был. Так, все замазано уже. Ну просто все замазано. Так. Вот розетка. Ну, советского времени розетка. Так я в подвале, получается, офигеть. Ну-ка, где окошки? Смотрите. Это окно. Так, если я подойду. Ну вот я ростом 1,70 м. Тут пол. Туда. Мусора, ничего не понятно. Ну, такой. Уж колонна туда какая-то упиралась, да? Ну, скорее всего, вон наверху остатки. Вот этот портик. Блин, офигенно.
Офигеть, я слышала. Что я даже не думала, что получится. Офигеть, там чё? Господи, я сейчас заблужусь, только и не выйду. Смотрите, своды из кирпича. Крутяк вообще. Просто своды. Блин. Ничего, она со мной не пошла. Мне одно тоже сыково. Маленечко. Так, ну, там что такого больше нет. Вот смотрите, вот это арка. Блин, какими-то большими арками. И в этой арке как-то, блядь, решил. Откуда я пришла? Я оттуда пришла. Так. Так, откуда я пришла? А вот я отсюда пришла. Так, ну я там могла пройти. Не видела этот проход, думаю, я там не пройду. Ну, большая тоже арка. Не знаю, она похожа, да, что это тоже все в этом. Что не вырублено ничего. Там уже что-то такое, бетон какой-то. Короче. Не, ну круто. Ну, жалко, не осталось никаких рисунков. Ну, что-то было, блин, в советское время, по-любому. Что вот кафе, ну, тоже советский явно. Так. Ну, тут уже... Ну, я вот до сюда. Я не до конца сейчас, я не боюсь, а то вдруг там, правда, стопишь, увидит, побежит сюда за мной, еще будет орать. Короче, ну, вот я по окончанию плитки 1.70 м, там окно еще выше. Так. И... Короче, забег давайте, нет, давайте посередине. Офигеть, ну он же большой. Офигеть. Короче, я типа исследователь, нахрен. Прикол, я до шоу, когда ехали, вообще не думала ни о чем. Здесь что-то было. Что-то старый пол. Может быть, вот круг какой-то. А вот, наверное, здесь колодец. Колодец. Опять же, это может быть под лампу. Так, давайте забег. Просто до конца. Блин, я что здесь буду ходить? Блин, вообще я привидений боюсь так-то. Вот огромная арка просто. Так, здесь что у нас? Какое-то странное. Что-то место. Странное. Что, улица? Нет? Нет. Какая-то непонятная фигня. Там внутри арка вот так идет. А вот здесь вон что? Печка у меня какая-то. Блин, его знает. Еще одна какая-то хрень. Все, скидка на здесь горы. Просто горы. Ну-ка, может быть, здесь я тоже где-то в конце. Ну да, вон окно. Но здесь вообще высота до этого окна. Но там оно и само выше. Видите, вон, какие-то трубы идут. Ладно. О, кирпичи там. Что там обычно кирпичи смотрят, что там на них написано. Я даже прочитать не могу, что написано. Вот это вот. Я даже не могу прочитать. Ну, буква Б читается и все. Так. Дверь. Дверь красная. Не знаю, что это. Советская, советская в дверях. Так. Тихо-тихо. Охренеть. Еще один колодец. Засратый колодец, короче. Ну все, окна, окна. Такие арки. Заложены или не заложены. Там туда тоже по-любому должен быть проход. А, там видно. Ну, видно, что там тоже комната мне. Короче, это все. Кирпич. Какой. Я бы что-то понимала в этом. Нифига не понимаю. Но очень интересно, короче, так арка. Так, давайте искать дверь. Все. Ну вот. Своды, 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 своды. Своды, своды. И, собственно, все. Видите, что-то сбито. А, наверное, отделка была, может, лепнина была какая-то. Ну, короче, ничего не осталось, кроме тупых подписей. И красок советского времени. Что-то пытаемся реставрировать позже. Так. Не, ну круто, я бы хотела на второй этаж. Блин.
я куда-то встряла. Смотрите, стена-то еще весь идет тоже. Фундамент на фундамент. Кошечки. Короче, я бы хотела выше подняться. Там же есть лестница. Нафига мне этот подвал? Блин, а вон там есть проход куда-то. А, тут есть лестница. Охренеть. Длинный коридор просто. Длинный коридор. Туда длинный коридор. И здесь лестница. Чё она? Блин, короче. Охереть. Блин, я пойду эту дебилку позову. Не дебилку, мою Олюшку позову. Знаешь, дебилка я. Не моя подружка. Сто пудов. И я еще и заблудилась. Потому что я, сука, вообще тебе знаю. По-любому. Что-то тут валяется. Так. Ну-ка, второй этаж. Короче, я вообще потерялась. Я не знаю, где прям перед у него, где зад. Ого. Короче. Так, блин, у меня темнеет экран. Так. Ну-ка. Вот сюда. Короче, нашла. Ай! Балкон. Короче. Здесь что-то крепилось. Дверь. Не знаю, насколько она старит. Короче, заколочена. Блин, мне страшно, короче, не ну, нафиг я пошла. Дверям и назад, ну нафиг, не страшно. Тут классно. Была бы я не одна. Двери чего не? Не знаю, что мне определенные расстояния. Может, в советское время делаю. Если я эту еще лестницу потеряю там. Обычную решетку уже. Похоже на советскую обычную. Ты как похож на советскую обычную решетку? Как похож, ты что, короче? А чем шепчу меня? Никто не слышит. Кроме меня самой. А я шепчу что-то. Ну, типа, Таня залезла. Шепчу, ухожу. Нет, я бы полазила и по второму этажу. Если бы не... Нифига коридор. Куда он ведет? Он тоже. Арки суд. Я девочка боюсь, короче. Я подогнулась нога. Тоже такая арка полуга. Не, ну неужели это подвал? У нас подвал. У нас подвал. Колодцы, колодцы. Камень какой-то. Блин. Ну, короче, все, ладно. Не надо выгонять себя. Почему я такая тупая? Там? Хожу с собой, страшно с собой. Иду. Короче, ну, нафиг я отсюда ухожу. Надо уходить. Так, если я иду сюда. Так, я с вами здесь уже ходила. Блин. Короче, надо трансляцию включать. Было бы прикольно. Блин. Короче, где я? Так. Дверь. А. Лестница. Так. Я здесь была уже, мне кажется.
Может быть, не здесь была? Ну, была где-то. Да, была здесь. По-любому там дырка. Я ее видела. Так, что у нас тут? А здесь, смотрите, какой низкий получается потолок. Нифига, просто я вижу прям, что я... Ну, вот я достаю. Я 1,70 м, не знаю, сколько я с рукой. Такой низкий потолок получается. Вон, тоже двери старинные. О, а вот здесь интереснее, видите? Это арка. Ну, не арка такая. Там какая-то скульптура когда-нибудь стоит. Когда-то там давно. Вон, окно с решетками, я туда поднимусь сейчас. Здесь я же не буду ходить. Кстати, почему там на второй этаж поднялась, было вообще неинтересно. Запасной выход. Вот она, вот скульптура. Просится. Ну, что-нибудь. А вон, короче, блин, почему ни хрена не витает. Ого! Не зря мы поднялись. Ну, короче, вот эта решетка железная. Ну, то есть вот видно, как своды должны быть. Ну, будут. В будущем. Ну, вот здесь высокий потолок. И знаете, что дырка просто... Не знаю, как ты... Ну, короче, вот это дырка на крышу. Дырка на крышу. Огромный какой вход. Просто не знаю, сколько он метров. Я, ну вот до сюда, 1,70 м. Вот. И поехали остатки лепнины. Мне тоже интереснее. Тут такие чик-чик штучки. Двери везде одинаковые. Так. Это выход какой-то. А, это запасной выход. Я могу выйти здесь. Я вряд ли здесь смогу выйти. Короче, ну, видно остатки лепнины, а там в другом зале, пойдемте сюда. Я видела там прям реально, ну здесь тоже реально видно остатки лепнины, ну, ступенечка идет. Такие же малопонятные. Так, а там? Там. Так, давайте вот так пройдем. Я надеюсь, я там смогу пройти. Короче, подружка меня пришибет нахрен. Ты ушла. Смотрите, а здесь вот осталось... Вот она, вверху над окнами. Ого, какая дверь огромная. Просто. Так там на улице. Я не буду в окно светить, то реально, блин, 100 раз он придет. Так. Вон, смотрите. Нифига тут осталось. Охренеть. Вот она. В советское время красили. Короче, вот она, да, идет. И наверху там, ну, красивенько, короче. Не знаю, как эти штучки называются. А, это потолок. То есть тут видно, вот было. Ну, было что-то красивое когда-то. Когда-то давно. Ну, нифига, он высокий. Какой. Просто, ну, высокий. Ну, это дворец, ну, потому что дворец. Ну, чему я удивляюсь? Остатки, не знаю. Современные уже это, походу, привезли. А вот это старое. Сняли эти дерево. Дерево. А снизу. Вот так вот сама не вижу, что снимаю. Вот здесь вот оно внутри. Ну, это похоже современное. Вот это точно стопудово старинное. Штукатурка. Какие-то крюки. Вот какие-то крюки штукатурные.